Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1480. События дня. Откровение 1.17.18. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». За 31 декабря 2019 года. Обращение о помощи. Старости комбайн достать охота. И их ролики, Игорь Барабаш, посмотреть, можно убедиться, что тут без обмана. Это вот содружество, наша переписка за день. Каждый день я ее выставляю. Они ссылаются на книги. Очень полезная переписка. Микрофон с петличкой. Какой с петличкой? Это тот, наверное, мохнатый?
Такие дела. О переводе затасковали. Говорят, как будто бы открытие какое-то сделали. Не пережившие пятидесятницу, когда на разных языках заговорили. Считать страшно просто. И действительно, король-то голый. Ну, стоит человек, ничего не знает. Стоит, потому что как-то что-то где-то щелкнет, и что-то где-то как-то зачтется, и что-то где-то как-то исправится, и что-то где-то как-то подвигнет, и что-то где-то как-то наставит на путь спасения, что-то где-то и как-то сделает святым. Что-то непонятное где-то, неизвестно где, и как-то непонятно как приведет нас в небо. Ничего не понимает по сегодняшний день.